привет! Сегодня мне пришла посылка от сайта мыла Опт. И будем делать распаковочку. Я ее уже открыла. В посылке всегда находится лист с перечнем. То, что у меня я заказывала. Тут сумма. Так, значит, заказывала я ленты упаковочные. Вот, значит, такие вот ленты 0,6 мм по рулончику. Дальше плунжера кругленькие. Что-то они тут с браком. Ну, сейчас мы их посмотрим. Гляньте, бракованная. Ну, так ты заказываю в интернетах. Качество не видишь. Ну ладно, ничего, то мы исправим. Не так страшно. Так, и водорастворимое масло винограда. Это я хочу делать бомбочки. Отлично будет, чтобы масло не плавало. Так, дальше я заказала пробный кондитерская глазурь черная монетками. Я открыла посылку, уже посмотрела. И, честно говоря, я уже попробовала. И они очень-очень плохие. Я теперь не знаю, что я буду делать, потому что тут целый килограмм и белый килограмм, и нет, тут полкилограмма белой глазури. Тоже очень гадостные. Так что, ну, их я точно рекомендовать не буду. Так. Заказала килограмм лимонной кислоты для наших бомбочек. Я уже не первый раз заказываю. Лимонная кислота стандартная, ничего в ней такого. Так, и в принципе тут по килограмму мыльной основы. Прозрачная белая, Саптима российская. Она недавно появилась на этом сайте. Я уже пробовала, мне очень понравилось. Так что основу буду рекомендовать всем. Все, спасибо за просмотр. Ссылка на магазин будет под видео. Всего доброго.